прежде всего хотелось бы отметить у своих добровольцев, это, конечно, желание помочь людям, спасать людей, полностью отдаваться вот этому мастерству. В каждом сезоне свои правила, свои нюансы, поэтому в зимнее время года мы также проводим тренировки. Мы тренируемся в любых условиях, чтобы быть готовым ко всему. Вот видите, сегодня использование двух мотопомп. Одна мотопомпа с большим диаметром рукавом, вторая мотопомпа уже она для летнего периода предназначена. Вот для летнего периода как раз очень тяжело заводится, и при малых расходах воды вода может при сильно низких температурах замерзать. Поэтому вот сейчас мы обсуждаем все проблемы использования различных средств пожаротушения. Мероприятие проведено на высшем достойном уровне. Показаны позитивные моменты при тушении пожаров. Показали высокие хорошие результаты. Мы оценили их. Ну и, соответственно, будем поощрять за такие, так сказать, подобные мероприятия.